Последние опросы населения горожан показали, что основными проблемами как в области, так и в самом городе по-прежнему остаются благоустройство, состояние жилищно-коммунальной сферы и дорог. Губернатор Брянской области Николай Денин принял решение каждые выходные выезжать вместе с руководителями города и районов на проблемные участки. В случае серьезных нареканий не исключены и кадровые перестановки. На этот раз глава региона совершил объезд Бежицы. Здесь вот нужно спрашивать с тех руководителей, которые недобросовестно исполняют свои обязанности. То, что мы и сделаем. Мы определились, вот и общественный совет по дорожному строительству, молодцы, они работают по Бежице, готовят проект. Где-то в общей сложности проведем ремонт на площади 250 тысяч квадратных метров. Вот в этом году жители Бежицы точно увидят движение вперед. К финалу ускоренными темпами движется и строительство теннисного центра. По мнению Николая Денина и председателя Брянской областной думы Владимира Гайдукова, есть все шансы сдать важный для региона объект к началу учебного года. Губернатор потребовал, чтобы весь комплекс работы был выполнен с учетом требований безопасности и пожеланий горожан, которые будут приводить сюда на занятия своих детей. Также Николай Денин просил не забыть про заключительный этап благоустройства прилегающей территории. По окончании объезда Бежицкого района Николай Денин высказал свои замечания. Отношение к состоянию городских дорог осталось неизменным. Того, что делается в этом направлении, явно недостаточно. Но теперь критика станет более конструктивной. Вопрос качественного расходования средств, которые выделяются на ремонт дорог, будет поднят на самом высоком уровне. Татьяна Глазова, Владимир Сидоров. События, Брянск.